Заколдованные выступлением зрительские глаза. Уже больше месяца все концерты показывают только по телевидению или в интернете. Но только не сегодня. Живая музыка звучит в их собственном дворе. Как не прийти? Так вот, нюанс в том, что наши поколения уже там, они брали Берлин, мы брали Кабул, они брали еще чуть, может, еще чуть возьмут. Ну так вышло в этом году, ну что теперь? Переживем, всех переживем. Подпевают, смеются, задумываются о важном, фотографируют на память и пританцовывают вместе с артистами. Театральную смену сегодня они сменили на уличную, импровизированную. Идут мурашки. Это очень волнительно, это очень ответственно, потому что, ну скажу честно, это же соседи. А здесь как споешь, так и дальше потом и проживешь. Во время Великой Отечественной войны были как раз-таки те самые бригады, которые ездили на передовые и выступали не то, что просто на асфальте. Они выступали под свист пуль и под разряды бомб. Уже где-то, наверное, месяца полтора без сцены, без зрителей. Вот, знаете, спускаемся на концерт, и я говорю: вот тебе хорошо, Арсен, с утра сегодня просто уже работала. Я говорю: ты не так волнуешься, а я как будто первый раз на сцену выхожу. Проходит, и это тоже пройдет. Но главное, чтобы мы не теряли боевой дух. Главное, чтобы мы держались вместе вот таким большим крепким звеном, петелька-крючочек. Кстати, концерт транслировали в прямом эфире, и нетрудно догадаться, что слушать музыку зрителям гораздо приятнее, чем информационный шум. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.